В Анапе обсудили подготовку к отопительному сезону. Мэр курорта Василий Швец проконтролировал, как организована работа двух городских котельных, а затем провел совещание, посвященное подготовке к холодному времени года с руководителями коммунальных предприятий. В работе участвовал председатель совета Леонид Краснорусский. Котельная номер 2 на улице Терской функционирует круглогодично, а номер 8 на Черноморской – в отопительный период. Обе снабжают теплом как жилой сектор, так и социальные объекты. К зимнему периоду объекты готовы. Василий Швец подчеркнул, что до старта отопительного сезона остается еще около 2 месяцев, и необходимо предпринять исчерпывающие меры, чтобы он прошел без срывов. Здесь я бы хотел, чтобы все коллеги понимали, что нужно предпринять все исчерпывающие меры, подключить в том числе административные, финансовые, методические и так далее ресурсы ваших компаний, ваших учредителей, нас как муниципального образования. Но исключительно сделать так, чтобы весь наш с вами отопительный осенне-зимний период прошел без сбоев. Генеральный директор предприятия «Теплоэнерго» Алексей Савченко доложил, что проведены гидравлические испытания, выявлены проблемные участки, порывы устранены. Проводится плановая замена трубопроводов, водогрейных котлов и другие подготовительные работы. Готовность жилфонда составляет порядка 90%, учреждений культуры – 100%, образование – 78%. Работы продолжаются. Вице-мэр Артем Моисеев сообщил, что из бюджета всех уровней на комплексную подготовку к отопительному сезону выделено 266 миллионов рублей. Сейчас основная задача объектов – получить паспорта готовности в срок. Также мэр Анапы поставил задачу провести анализ объектов социальной инфраструктуры, которые могут стать участниками программы догазификации, и организовать подачу заявок на их включение.